стартовала 14-я международная конференция «Центральная Азия-2021». Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе. В ее работе принимают участие как местные, так и зарубежные специалисты. Программа очень насыщенная. Это научные конференции в онлайн и в офлайн формате, практические семинары, а также мастер-классы. Об актуальности тематики нынешней международной конференции говорит солидный список участников, экспертов из целого ряда стран. В центре внимания вопросы расширения взаимодействия в деятельности информационно-библиотечных, образовательных учреждений, архивов, музеев, а также разработка и применение электронных информационных ресурсов в различных сферах. От имени всего российского библиотечного сообщества позвольте поздравить вас с большим знаменательным событием – юбилеем 150 лет Национальной библиотеки Узбекистана, библиотеки имени Алишера Наваи. Я думаю, наши библиотеки связывают абсолютно особенные отношения. Очень долгая история нашего партнерства, очень долгая история нашей дружбы. 150 лет назад была основана Ташкентская публичная библиотека. Сегодня это крупнейшая национальная библиотека, ведущая библиотека Узбекистана. Она располагается в прекрасном новом здании, специально созданным для удобства читателей. И главное, что в этом здании созданы все условия для сохранения бесценного книжного фонда, всех накопленных сокровищ. В этом году конференция отличается от предыдущих особым вниманием к вопросам содержания книг и пропаганды чтения, проблемам в этой области, опыту библиотек всего мира в условиях пандемии. Вместе с тем в фокусе кадровый вопрос, состояние научно-методической работы в библиотеках и необходимость использования мировых информационных ресурсов при проведении научной деятельности. Участникам конференции рассказали, что в честь празднования 580-летия поэта-мыслителя государственного деятеля Алишера Наваи по всей стране был проведен ряд мероприятий с целью создания электронной платформы оцифровано 41 произведение, а также организована книжная ярмарка, выставка научных работ, посвященных творчеству Наваи. Ну а в целях популяризации чтения книг, привлечения молодежи в информационно-библиотечное учреждение были представлены инновационные проекты, а также определены планы на перспективу.